Пестрая рыбка с выдающейся улыбкой копошится в песке в поисках пропитания. Сейчас вы поймете, что рыбы обладают не только памятью, но и имеют незаурядный интеллект. Наш герой питается моллюсками, вот он как раз нашел одного. Теперь задача открыть эту раковину, чтобы достать съедобную часть. Похожий на чашу коралл ему в этом поможет. Коралл имеет твердый выступ внутри, с помощью которого губан пытается расколоть раковину. Эта задача не из легких, особенно если у тебя плавники, но рыба знает, что в этом деле главное упорство, раз за разом ударяя свою добычу о твердый коралл. И рыба знает, каким должен быть результат. Наконец-то получилось. Поразительно, но это рыба, которая использует для выживания инструмент из окружающей среды.